Всем привет, друзья! Многие знают, но отличный материал для изготовления рыболовных поплавков можно найти буквально прямо под ногами, особенно после детских праздников. Это вот такие вот трубочки. Наверняка уже кто-то догадался, что это палочки от обычных воздушных шариков. Материал очень-очень крепкий, можно сказать, неубиваемый. Он бывает разных цветов, то есть вы можете наделать поплавков практически бесплатно, и они будут ничуть не хуже, чем гусиные перья. Из одной трубочки у меня получается два поплавочка. Длина такой трубки 36 сантиметров. То есть, если мы ее поделим напополам, получится 18-сантиметровый поплавочек. Находим центр и разрезаем. Можно сказать, 4 тела поплавка уже практически готовы. Дальше при помощи обычной зажигалки, либо при помощи фена, кто-то заплавляет вот эти вот краешки. Я же это все делаю намного проще, с помощью клеевого пистолета. Если у вас нет клеевого пистолета, достаточно взять обычный вот такой вот клей. Можно купить, можно попросить у кого-то из знакомых. Он очень легко также плавится зажигалочкой. Нагрели и заполнили верх и низ. Тем самым создали внутри закрытое пространство, и поплавочек готов. Клеевой пистолет нагрелся, вставляю носик и чуть-чуть туда выдавливаю этого термоклея. Даю клею немного застыть и после этого проклеиваю точно так же все остальные трубочки. Все, друзья, пару минут работы, у меня получилось 4 неубиваемых поплавочка для летней рыбалки. Крепить к леске такие поплавки можно даже при помощи обычной изоленты, просто обмотав ее в двух местах. У меня же есть вот такой вот кембрик, нарезаю его небольшими вот такими вот колечками. На один поплавок 2 колечка. При помощи ножниц затем немного их вот так вот растягиваю и одеваю. Все получается очень аккуратненько и быстро. Лучше таких поплавков, кто-то скажет, может быть только гусиное перо. Ну и то не факт, они ничем не хуже гусиного пера. Мне больше всего нравятся особенно вот такие вот красные. Очень отлично их видно на воде, в любую погоду. Все получилось быстро, качественно, а главное эффективно. Ну и чтобы вам показать, вот прицепил кусочек лески с грузом. Груз на глаз взял тяжелый. Такая вот красота, друзья, у меня получилась. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Всем пока и до новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке.